Привет всем! Вы на канале ТОП-Армия. За эффективность боевого применения, стоящее на вооружении инженерных войск России установка разминирования УР-77 «Метеорит» получила прозвище «Змей Горыныч». Установка выпускает реактивный снаряд, которым прикреплен гибкий рукав, начиненный взрывчаткой. Заряд забрасывает рукав на минное поле. Затем метеорит сдает назад, выравнивая заряд при помощи троса, и подрывает его. Ударная волна заставляет мины противника сдетонировать, образуя проход шириной 6 и длиной до 90 метров. В боекомплект машины входят два заряда с ракетами, перезарядка комплекса занимает 40 минут. Концерн «Техмаш» разработает для армии России новый противоминный заряд «Разрез». Опытно-конструкторская работа по созданию удлиненного заряда разминирования будет завершена до конца 2020 года. «Разрез» превосходит существующие заряды по дальности применения и длине проделываемого в минном поле прохода. А что думают зрители канала по этому поводу? Жду вашего ответа в комментариях под видео. А на этом все. Вы были на канале ТОП-Армия. Я с вами прощаюсь. Пока-пока.